Если говорят, что лук от семи недуг, то чеснок, наверное, от 77. Чесночок вообще наш дружок. Там вещество такое, лицин, содержится действующее. Бактерии все убивают, вирусы близко не подпускают. Конечно, душок от чесночка не тот, когда поешь, но зато ты защищен под надежной защитой. Не зря все вампиры боятся чеснока, как огня. Амулет из чеснока можно сделать, когда всякая идет фигня сезонная. И ходить. Это сивок, чесночок. Вот такой вот дружок. Чеснок, друг человека. В общем, делаем амулет из чеснока и ходим. Всех удивляем. Можно его насушить. То есть измолоть. Прямо вот высушить в сушилочке. В кофемолочке измолоть, и будет порошок. Он уже не такой пахучий. Вообще почти не пахнет, но зато тоже термоядерный вообще. Классно. Заходит в любое блюдо. Вот такой чесночок. Недавно просто собрали урожайчик. Вот. Любуюсь.